Национальная литературная премия «Большая книга» в краевой столице. Грантовый проект «Большая книга. Встреча с провинцией» выиграла Владивостокская городская библиотечная сеть. И топовые российские писатели современности приехали в Приморье. На встрече с ними побывала моя коллега Наталья Смоленинова. С лекциями-мастер-классами в Приморье прибыли лауреаты одной из главных национальных литературных премий «Большая книга». Писатели Майя Кучерская, Роман Сенчин, а также редактор и издатель с большой буквы Елена Шубина. Она работала с такими авторами, как Прилепин, Сорокин и Липскеров. Ну а, собственно, Елена Шубина – это тот человек, который имеет к созданию этой премии самое непосредственное отношение и возглавляет редакцию. Издающиеся там авторы в обязательном порядке становятся лауреатами не только «Большой книги», но и премии «Нацбест», премии «Букер» и основных остальных литературных премий. Встреча с читателями и журналистами проходит в библиотеке и начинается с обсуждения современных литературных тенденций. Если прошлое десятилетие для писателей было ознаменовано пересмотром истории и норм морали, то нынешний читательский запрос – произведение про современного человека и его переживания. Сейчас вот наступило время прозы про сегодня. Я вот верю в эту прозу, я вижу, что уже появились эти романы, и они вот прям уже многие, вот взрыв какой-то будет, я вот чувствую, сейчас будет взрыв. Под взрывом Елена Шубина понимает новые имена в литературе, которые по всей стране ищут издательства. И тот факт, что среди лауреатов премии «Большая книга» все чаще встречаются жители не Москвы и не Петербурга, говорит о том, что шанс пробиться к читателю есть и у писателей Приморья. А о том, как работать с текстом, чтобы отшлифовать свои произведения, расскажут на мастер-классах приехавшие писатели сегодня и завтра в 19:00 в библиотеке БУК. Дарья Орлова, Наталья Смоленинова, Игорь Белый. Панорама.